Всем привет, ребята, с вами Нинди, и сегодня у нас FNAF 2. Почему не FNAF 1? Потому что он какой-то немного искаженный. Ладно, давайте-ка начнем. Я, кстати, решил немного поснимать FNAF. Может быть, пройду там второй, за ним третий, за ним четвертый. Я когда-то давным-давно еще первый проходил. Ну, мы об этом уже забудем. Так, у нас... Сразу, ты мне не нужен, Фангай. У меня есть марионетка, которая мне будет мозги мучить. А еще? А еще у меня есть маска. Не спрашивайте, что это было. Мне просто скучно, потому что первые 2 часа у нас ничего не происходит. Хотя давайте-ка посмотрим на камеры. Это у нас Old Bonnie. Ну, типа, это у нас такой музей FNAF. У нас вот тут вот бедная Old Bonnie. У нас вот тут вот бедная ничего. Ну, Party Room 3. Здесь у нас картиночки. Здесь у нас вентиляция. Здесь у нас тоже вентиляция. Здесь у нас Party Room 2. Здесь у нас Party Room 4 с картонными фигурками. Здесь у нас дверь. Здесь у нас Боломбой. Здесь у нас Мангл, марионетка и семья аниматроники. Я уже профенил 1/4 энергии, поэтому вряд ли выживу. Хотя это не так страшно. Подождем немного, помучимся немного. Как у вас вообще дела? Как у вас карантин происходит? Надеюсь, что нормально, потому что у меня вообще отлично. Да за это фига. О, 2 часа. Начинается трешак. Марионетка теперь будет пытаться вылезти. Кто-то сейчас пропадет. Если не ошибаюсь, Фокси сегодня к нам не придет, да? Ой, не придет. На месте. На месте. Боломбой на месте. Я постараюсь юзать камеры, потому что они вообще мало когда используются. Они вообще так уж и не нужны. Опа, где у нас Бонни? О, привет, привет. У нас тут просто такое ламповое. Все, да? Чика. О, привет. Ага, Фредди у нас никуда не пойдет. Фредди заставили сидеть дома. Да, Чика, у тебя глаза есть. И клюва нету. Украли. Так, где у нас тут Бонни? Где-то у нас тут... Не, здесь. Где у нас Бонни? А, вот ты где. Чика на месте. Фредди на месте. Ержан. Я не рекомендую тебе так делать. Он, походу, испугался. Главное, чтобы я не испугался. Хотя... А где у нас тут Чика? Чика на месте. Угу. И Фредди Аха тоже. Пытаемся вслушаться в звуки.
Я могу сделать немного громче, но боюсь обосраться. Чика. Чика, а не пойти бы тебе... Нафиг. Ну да, это самая ламповая ночь. Бонни на месте. А где у нас Чика? А, вот у нас Чика. Ага. Этот додик у нас здесь. Бунт, я вас понял. Здесь должен быть Бонни где-то. Здесь у нас Чика, а где Бонни? Бонни тоже на месте. Да уж. Он, походу, понимает то, что я не истинный Фредди. Ушло. Сюда. Чика. А под конец вообще дичь произошла. Так, Чика на месте. Юху! 6 часов. Вторая ночь. Мутим. Ну да, теперь у нас все с самого начала. Никто из вас не ушел. Фоксиан. Теперь у нас может появиться Фоксиан. Я не знаю, как с ним бороться. Точнее, не очень понимаю. Типа, можно вот так вот блымать, а можно просто зажать. Ну, я не знаю. Так, никто не ушел. Мангл на месте. А где Фоксиан? Ой, как я не хочу испугаться. Вообще, я заметила то, что когда ты смотришь видео, тебе вообще не страшно. Ты вообще бесстрашный, ты вообще на легках. А вот когда ты сам играешь, то ты погружаешься в саму атмосферу, и тебе становится не так приятно, когда ты слышишь громкие звуки, не знаешь, кто это. Понимаешь, что тебя могут напугать. Монгол, привет. Как дела, Монгол? Кто из вас? Фокси? Где-то был Фокси. Баломбой. Скот.
Если что, не про разработчика. Так, давайте-ка немного подышим. Если эта дрянь придет ко мне, я этого так просто не оставлю. Уйди, пожалуйста. Да уж. Такая старая игра. Опа. Фокси, 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 уйди, пожалуйста, отсюда. Я не могу сюда нажимать. Я его слышу шаги. ГГ. Я сделаю немного потише микро, окей? Давай, Фокси, иди сюда. Все. Вот и помер главный герой. Ладно, я думаю, на второй ночи мы остановились. И будем в будущем продолжать снимать FNAF, потому что мне скучно, потому что у меня карантин. И FNAF это для меня очень такая интересная игра и, можно сказать, культовая. У меня много всяких событий жизненных с ней связано. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем удачи, всем пока. С вами был Нинди. Игра Five Nights at Freddy's 2. И долбанный Балунбой. Пока-пока.